Да, Серега, ну как я тебя прочитал? Тварь такая. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Мок, Радекс, Васаби Скромник, Серега, Бульбазавр, Данила. Пацаны, скажите веселые слова. Всем привет, кемлечки. Всем суш. Мы скачали очень крутую карту с лабиринтами и запутанными какими-то туннелями. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем убегать от аниматроников и веселиться. Сегодня у нас, ребята, непростые убегания, потому что можно будет телепортироваться. Все, аниматроник безбашенным стал. Да-да-да, это хорошо. Я в какое-то царство забежал. О, кстати, карта очень классная, я вообще не изучал. Я просто ее запустил, и мы сразу на ней играем. Димас, я тебя вижу. И так ты не... Главное, чтобы ты не был аниматроником, и ты меня видел. Я не аниматроник, не все. Серега, давай где-то встретимся где-то. Сейчас я где-то, где? Давай тут дальний лабиринт. Самый дальний угловой, сейчас я бегу туда. Там, где такие... штуковины. Сейчас вас там... Видишь меня? Я прыгаю. Да, вот. О! Все, Серега. Короче, он же может сюда тпкнуться, так что надо нам так встать, чтобы мы могли резко убежать. Ой. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Давайте сделаем 2 ляма подписчика. Мне кажется, это очень легко. А он, кстати, по жизни играет. Я его знаю. Да? Он думает, что я прыгну, но я не прыгну. А мы уже убежали. А я тут вообще один гуляю. Мне... Бля, Дима, он за тобой. Дима очень опасный. Он упал. Пацаны, ну как я играю в Гаррис Мачатка? А, да, вообще, на скиле. Дима, опять аниматроник умер. Пацаны, так что вы на спауне стоите? Валите оттуда. Бегите. Димас, ты вошел в наш... Димас, это наш склад, уходи отсюда. А, вы тут тусуетесь? О, привет. Да, у нас тут целая банда сформировалась. Банда бандитов? Да, мы его, он подойдет, но мы его ломками забьем. Так, пацаны, будьте осторожны. Он к нам бежит, вот зашел. Я упал. Он за мной бежит, походу, я прям... Ты что, аниматроник, Дим? Нет, я упал. А куда я буду лететь? А далеко буду лететь? Давайте проверим. А, я живой. Где? Он, а, нет, он... телепортирует само. Ну, там он сейчас за мной, скорее всего. Ладно, давайте хотя бы по 2 жизни. Он хочется еще повыживать, что я сразу за аниматроником буду. Не, ну прикольно же получается. Карта офигенная. Он за мной бежит. А где он? Где он, пацаны? Он за тобой бежит. Он на респе. У спавна он за мной бежит. Я сейчас умру. Ё-моё, я еще раз упал. Ну все, не надо. Да 2 жизни же, это только же была в первое. Ты шоу. Ладно, хорошо, беру аниматроника, покажу как надо. Серега, ты готов проигрывать? Давай. Ну что, Сережечка, пора тебя наказывать. Не хотел тебя убивать сразу. Меня. Блин, ну я сегодня как Рахит играл. Ну я просто нервничаю, когда убегаю. Вон второй Фокси бежит. Так стоп, подожди, привет, Димаш. Нас папа не забил. Он к нам сейчас тпхнется. Серег, он сейчас сюда тпхнется. Задай тебе бежать. Он у тебя. Два Фокси. Где? А, вон Фокси. Подлец, я не нажал просто удар. Это прикольно, ребята, мне нравится выживать. Вроде скорости нет такой большой, но я могу зато тпхаться. Он тпхается сюда, он тпхается. Ходите от того края. Димон, ты что, до сих пор кончили, блин, ты меня обманул. Я вас уже, знаете, я вас уже... Ну ничего, Серега, я вас... Мне нравится так убегать. Ой, ловить. А ты, Димас, запомни, меня не поймать, ведь я торпеда. А, давай. Да, я торпеда. Ага, торпеда упала. Нет, ничего не упал. А, упал. О, Данила. Я разбился. Еще 2 жизни. Твоя вина. Одна. Я видел, там... А, Дима, это сам ты пошёл. Не-не-не, не понимаешь, ты меня. Серега, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Гоп.
тебя там эту Серегу поймают где-то? Да не поймают, я уже такой раз, я уже не знаю, столько раз перед ним пробегал, что он меня не понимал. Не страшно. Серега, угадай, куда я тпхаюсь? Ну, ко мне, наверное. Да. Давай. Ну, угадал, он там тпается. Ай, я упал. А я не знаю, где Серега просто. Все, потерял меня, Дима. А спалить инфу, да, Димас? Я знаю, где он, не говори. А, и ладно. Же... Вот, бежит за мной сейчас. Они тебя обходят, Серег. Да мне пофиг, пусть обходит. А у него один пофиг. Только шанс, гони его сюда ко мне. А все, он ушел, он тебя кинул. Нет, я вот тут стою на входе, никак не уйдет. А да. тебя кинул Фокси второй. Давай, подлец, где вы, пацаны, давайте его ловить. Он к нам забегает, пацаны, он к нам на склад забежал. Меня очень... Да как? Я же должен был тебя убить. Не убьешь. Я надо прицелиться просто хорошо, я не могу прицелиться. За мной, меня пытался ты поймать, но не получилось, Дима. Не получается, не получается. Ничего. Я не могу убить за Фокси, он какой-то конченый. Не Фокси кончен, да? Серега, не обзывайся. Димаса, не надо, иди. А я не обзываюсь, это факт на лицо. Радекс, не пугай меня, у меня... Какой факт на лицо, ты что, гонишь? Факт. А. Димас, у меня второй аниматроник уже до сердечного пушки. Испугал, он передо мной, только не телепортируюсь. Блин, это тяжело убить, пацаны. Даже если я телепортируюсь, у меня очень большая задержка. Мне уже больно смеяться, у меня это... Да ё-моё, упал, а! У тебя губы болят, да, от смеха? У меня губы болят из-за того, что улыбаюсь и смеюсь. А у меня грудь болит из-за смеха. У нас не будет падать, он будет плакать. А, ну... Да как я не попадаю, а? Вахаби, он тоже пропал? А да, он куда-то пропал, я чуть не понимаю, где. Привет. Ай, стоп, это Радикс. О, мог. О, я бегу. Нет, меня сейчас убьют. Беги к нам на склад, Серег, тут весело. Не-не-не. Мы тут с бульбозавром тусим. А Дима решил закрыть поделиться. Отлично, ребята, ну что? Я включил весь свой скилл, который у меня есть. Дима, ты помнишь, у нас ведь две жизни, у меня еще одна осталась. Не, когда падаешь только. А так ты аниматроник, все уже, я тебя превратил. Все, пойду съем. Гони, гони, гони этого подлеца. Пойду съем Серегу. Вы меня забили. А вы меня поймаете? Ладно, я... Даже не сомневайся. Меня не поймали. Даже не сомневайся, ни капельки. Меня не поймали. Да убьем, пацаны, вы не переживайте. Всех добьем и убьем. Короче, где-то 4 человека еще вам надо убить. Убьем. Ты еще не умер? Я до сих пор живой. Офигеть. Так, а где у нас тут Серега? Обломал КФД и убить меня. Столько раз. Ничего, ничего. Ну ничего страшного. Ходит, изучает территорию, чтобы поймать и меня. Вон он, вижу, телепортирует это такое. Блин, нас уже много. Пик вам, вы не поймаете меня. До свидания. Опа, я живой. Пока, Дима. Зря ты с моста ушел, он меня убить. Здравствуйте. Пока же сзади двое. Один обходит. А убейте вы этого уже подлеца. А они хотя бы быстрее. Ну да. Ну давайте, что вы мне сделаете. А че я не могу убить его? А ты кого взял? Здесь надо прицелиться, Дима, чтобы никнейм было видно. Я не того взял. О, обезьяна за мной. А вот интересно, а они убивают на расстоянии? Нет. Вблизи. Это Радекс, что за Фредри Файер? Обстоять. Пацаны, бегу со всей силы. А, Димас, понимаешь, вот ко мне сейчас Радекс, я иду, вот для Радекс, он такой ко мне подходит. Ща мне пощадь. Своему же. Ой, блин. А ё-мо, это он думал, что это враг. Моментально просто нажал урон. Отлично. Ребята, ну что? Нас все больше и больше. Я радость ловлю. Так, Сережечка, ты где? А короче,
Робби, настрою, я тоже выжил. Я иду к вам. Я иду к вам. Не-не-не. Пока. Скидывайте их. Они спрыгнули вниз. Я видел. Да. Серега, ну как я тебя прочитал? Тварь такая. Голивый. Блин, я знаю, что ты будешь там идти. Не знаю, это настолько рандом был, но я думаю, сейчас он по-любому пройдет и сразу резко на спаун выбежит. А я думаю, ну я его опережу. Ребята, ставьте лайк за такой эпичный момент, когда просто угадал. Ну что, ты в ловушке, в западне, тебя отсюда не выпустят. Да. Давайте, я его тут ловлю. Где? Он на этом дальнем острове твоим любимом. Нет, я тебя убью. Красиво. Я выжил, у меня жизнь ничего. Ой. Ну что, всех убили? Нет, меня не убили. У меня жизнь. Где? Да ты ладно. Ты где? Где он? Видишь? Инфа. А, на острове с травкой. Зеленый остров. Не надо. Два острова с травкой. Ну там где травка? Да кто? Газон. С дыркой в середине. Это, давай, окружай его. Я всех убил и тебя убью. Извини, обстоятельства. Вы его убили или нет, или он убежал? Я Серегу убил случайно. Я упал. Меня убили. Он упал? Упал? Черел умер. Он упал, все, он проиграл. Пацаны, берите, давайте, Five Nights at Candy, все одинаковые. И начинаем битву, каждый сам за себя. Три, два, один. Битва началась. Серёг, я тебя съел, все. Бульбу съел, так Данила меня съел, понял. Так, посмотрим. Пока Данила, да, живой, Серега живой. Серега умер, я его убил. Ты выбыл, да? Да. Данила и Мок один на один. И я живой еще, вы чё? Я ставлю на... А, ты где? Ты я специально, ставил? Ну как всегда, зашкерился ж. Я ставлю на победителя. Там уже я. Офигенно так, ребята. Я выиграл. Нет, я еще живой, я иду к тебе, подлец этакий. Не бойся, я иду. Это Данила, а ты ой, где? Ой, я упал. Упал. Это я уп... Не, я упал куда-то в подвал, там света нет. Да, там дети есть. А, я вижу, Димас, давай. Димас, давай, бей его, вон он. Голубой мальчик. Ну что, ребята, я сегодня лучший аниматроник. Дима, в год крысы. Твой приз. Смотри наверх. А можно я взорву? Если понравилась эта серия и вы хотите еще ставить пальчик, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения, и последние ролики. Еще.